Nothing on the local comms. Тишина в Киеве. Последнее время Адвент словно залег на дно. Полагаю, это она ваша заслуга. Спасибо, хозяйка. Наслаждайтесь моментом. Так и сделаем. Система очистки воды. Мощнейший сигнал сетевой вышки Адвента по всему миру, сэр. Вы должны это видеть. Сограждане. 20 лет коалиция Адвент без устали боролась с бедами и несправедливостью старого мира. Вы привели города, процветание людей в части. Наш мир исцеляется. Under our stewardship, our cities prosper, our people flourish, and our world heals. And yet, однако среди нас есть те, кто отказывается признать правду. Диссиденты, не желающие оставаться с хаосом прошлого и страшными болезнями. Те, кто хочет отнять у нас все. Множественные контакты на Ядаре, курсы убежища Альфа-7. Это должно прекратиться, поэтому прямо сейчас миротворцы Адвента ведут наступление. Они направляются к вам. У вас помехи на линии. Покончить этой чумой раз и навсегда. Они прямо над вами. Учитель, не слышу вас. Восстановите связь, взрывайте их. Прекратите безопасность. Делайте его, уводите людей. С вашей помощью мы подаем большие радикально освоенные подразделения. Перейдем в следующие 20 лет в мире и посвящаем. Нет ни единого шанса. Сэр, поэрдуйте отряд к десантированию. Нехай на себе. Животина. Командир, сэр, отряд готов выдвинуться на помощь убежища сопротивления атакованного силы пришельца, однако приказ ему начнем. Экстренное сообщение. Шеф, отряд обнаружен одно из наших убежищ. Посмотрите зону удара. Где атакует одно из убежищ сопротивления в регионе Восточной Побережье США. Мы должны предотвратить жертв среди мирного населения. Подтвердить. Естественно. Так. Девчонка идет. Два пулеметчика. Нет, пулеметчика одного не нужно убрать. Этого оставляем. Хотя, если легкая. Пока подождите. Нет, тебя пока уберем. Брать. Так, стрелу. А, это у нас кто? Хиллер, пулеметчик. На задание встроем. Нету. Ну давайте германца, девчонка. Но надо в любом случае прокачать весь отряд. Бойцы хорошие нам всегда пригодятся. Так, основной же дробовик. Так, так, так. Ну, в принципе, все. А что у нас есть тут? Аптечка, дымовая граната. Броня. Ну-ка. Что у тебя есть оснащение? И кевларовый жилет. Винтовка. Скучная граната, кстати. Тебе может не граната. А, не бесконечная, кстати. Но я не думаю, что там прям так. Давай, ты у нас слабенькая, пока без гранат пойдешь с жилетом. Так. А у тебя что? Оснащение. Так, гранат тебя по-любому. А, это у нас снайпер? Прикольно. А, ну снайпер-то это у нас. Че это плюто? Так, вот ты.
пушка. Понятно, скучно. Зачем нам... Зачем нам две гранаты? Дымовая граната. Вот так вот. Ты все равно гранатометчик. Все. Вот. Вот это у нас отряд собран. Так что вполне можно идти. Выдвигаться на задание. Готов. Ну, начать, естественно. Операция «Потерянный ворон». Поступил сигнал бедствия. Похоже, пришельцы своим следах по одному из постов сопротивления. Дело плохо. Мы посылаем группу, чтобы ликвидировать противника. США. Летим. Понеслась. Так, отлично. Итак, задача, значит, у нас спасти как можно больше людей. Так, нет, ты слишком далеко стоишь. Вот ты давай. Good to go. Первый спасен. We've got Advent here. Наверное. Опа, опа, и там еще чувак. You're clear. Go. Опа, опа, опа. Кто у нас тут? Разведка. Надо спасти чувака по-любому. Наблюдение, чтобы тут не рыпались особо. Тоже наблюдение поставим. Все, рыпнитесь-то ко мне еще. Два пацана под прикрытием. Там что-то воюют. В темноте. Да, убили одного. Вот собаки. Они хотят убить гражданских, шеф, мы должны им помешать. Сейчас, подожди, помешаем. Нам бы выжить со самим. Еще мешать кому-то. Чем там воскрешает? Нормально, главное, не на нас. Какого-то зомбаря поднял. Давай, ты иди. Ага, промахнулся. Так, вот интересно, как тут поступить-то? Можно за деревом спрятаться. Пока вам не будем. А, они сюда не сунулись. Потому что под наблюдением, наверное, стояли. Ну и чё ты хочешь мне показать? Мерзкая тварь. Good copy. Moving on target. Хотя как вариант, если два граната шмальнуть. Своего пацана не зацеплю. Продолжим. Пробуем. И чё, ты еще выжил? Нифига ты силен, пацан. On the move.
Давай, добей его. Что ж он такой неуязвимый-то? Вот тварь. Он это добить не сможет. Опа, опа, а тут еще и мутирует кто-то. А я думал, это зомби будет. Это какой-то мега дикарь. Надо валить его первым делом. На нас заходили слухи, они что способны менять свой облик. Ага, это они. Длительный вид, если бы только у нас был способ отдерживать его. Так, мне тут что-то глюкануло, ну все. Так, пацану надо уходить как минимум. Назад. И шмалять со всех стволов в эту зверюгу. Ибо его надо быстро усыпить. Нет, ты не пробьешь. Вот ты можешь. А че, не могу? Выпад не получается. Огонь! Missed. Мне этого надо срочно быстро вынести. Headed there now. Получи-ка! Плохо мы с ним справились. А куда это делся? Вот он. Ну и че ты спрятался, а? Получи-ка! Вот так вот. Неплохо сыграно. Пока только двух человек спасли, к сожалению. Зато со всеми разобрались, просто огонь. Тут не вариант их спасать, на самом деле. Только бегать их спасать. Подставляя свои задницы. Тут для тех, кто пойдет, необходимо вытащить людей отсюда. Вытащим, вытащим. Так, где вы там шастаете? Давайте мы по-быстрому подбегаем сюда. Вот они. Рассосались, да? Значит. Значится. Давай-ка. Девчонка неплохо отработала, кстати, вообще. Крой пацанов. Блин, тут негде прикрыться. Огонь. Ненадежное все укрытие. Давай сюда. Блин, еще одного. Да что у вас? Мимо. Опа, попался. А, все мимо. Что-то ввысь.
упал, гад. Так, где вы располагаетесь? Значит, вот он сзади. А, ну, тогда мы просто сзади зайдем, да и все. Хотя, можно этого сзади. Он хорошо прикрыт. Тварь-то это. Так, пока не рискуем. Погнали. Ну-ка, пацану дай покурить. Спину. Отлично. Так, теперь надо в спину этому напихать. У нас дымовая есть, да? О-о-о-о. Там еще пацаны. Чувак убежал. Надо выносить. Этого не сможем. Да вот этого попробуем, не знаю. Даже мимо промаха. Negative damage. Could use some ammo over here. Okay. Так, эту девчонку на прикрытие по-любому. Got it covered. Я могу кого-нибудь засекануть. Могу это, он когда подставлюсь. Тогда пока не будем. А если гранату туда шмальнуть? Сюда бы граната. Давай вот этого. Вот и все. Блин, сейчас можешь шмальнуть. Я не стал. Поднимай лучше мертвых. На наших не трогай пацанов. Чип колдует. Понятно. А, поднял. Нормально. Теперь вот этого надо вынести, падлу. Блин. Так могут и убить. Надо хильнуть ее. Так, ты. Нет, ты пока. Лечение. Давай. Нам не нужно терять бойцов. Так, ты пока не ходишь. Ты тоже пока. Так, ладно. Смотрим. Давайте выпад. Не, я не на тебя. Вот ты должен у нас умереть. По-любому. Вот так вот. И это даже не обсуждается. Так, нам нужен боец. Боец, который сможет нормально затащить. Давай сюда иди. Огонь. Готов. Да, девчонки, много хп. Да, много, нормально. Ну, тогда ее, наверное, сюда.
за ящики за эти. А если бы шмальнуть? Получится вальнуть его. Так, нужно лечить. О, неплохо. Так, у нас полная хпшечка, да? Надо прикрыть тогда пацана. Только так. Да, жалко, у нас нету ничего на этом. Ага, он сюда отступил. Нормально прикрыл то, что доктор приписал. Че там такое? Ну и че ты тут пальцы гнешь? Понял. Ничего не появляется-то. Перезарядка. Ё-моё. Так, еще один спасен. Так, а выпад есть? О, давай, зарежем этого. Нефиг вмешаться. You want some more? Men is 1-5, status confirmed. We're not picking up any additional contacts. The AO is clear. Ну не всех сейчас спас. Status confirmed. Mission accomplished. Сыно. 9 из 13 сделано ходов 7. Ну а как так-то? Не всех спас, ну ладно. А, нужно было просто убить их всех. Нужно не спасать этих. Понятно, понятно. Отлично. Нажмем любую кнопку. Любую кнопулю. Приехали. Прилетели. Да, все ранены. Очень. Очень сильно. Взяли. Это небольшой боец Иллирия. Случай источник питания лучевого оружия. Гражданок. Станичный накопитель, который носит только пришельцы, содержит огромное количество информации о планах противника. Большую ценность, чтобы взломать их защиту, подается немало времени. Адвента. Труп безликого. Тупсектоида Адвента. Неплохой навар. Недавно мы обнаружили кэшданных пришельцев. Я могу бросить свою команду на их ошифровку, и тогда мы получим большой объем ценной информации. Изначально дохляк был один из самых распространенных особей, используемых пришельцами для проникновения на Землю. Мы столкнулись с видом, способным имитировать человеческую форму. Понимание того, как они изменяют свою структуру, может дать нам возможность самим вести врага в заблуждение. Hello, Commander. Сопротивление в регионе. Восточное побережье США благодарит вас за вмешательство в карательную акцию пришельцев. Защита XCOM позволяет сопротивлению набрать силы.
психическое более сильно подвижной памяти. Все стрессы его от участия в боевых действиях сказываются на психически. Там их лучших бойцах. Думаю, если мы позаботимся о здоровье, сами сделают отдых. Нужны более сильно подвижные. Они могут восстановить волю, принимая участие в успешных заданиях и не получая ранений. I did my best to get the new recruits ready for what they're going up against. Я тоже занимался для того, чтобы новички были готовы к тому, что им предстоит сражаться. Однако, шеф скажет. Так, бойцы. Стресс серьезный. Уже скач. Повысить бойца в звании. Отправить Гремлина на помощь союзнику, чтобы снять негативный эффект. Сердце оглушение. Чтобы их не перехватить управление. О, управление, по-моему, будет прикольно их хватывать. Да, жалко, боец у нас вышел из строя. Ой-ой-ой. Так, на выход, боец. Кто еще? О, новобранец у нас. Кто ты? Ну, давай посмотрим. О, выпад атака мечом. Прикольно, прикольно. Рейнджер. Рейнджер основное включается атаковать противника на... Не, вот это выпад самое-самое прикольное, что есть. А, рейнджер. Есть уже все. Так, оснащение. Рейнджеры хорошие у нас бойцы. А тут ничего нет, да? Так, что у нас есть? Доход. Материал 83. Угу. Исследовательский отсек. Че исследуем-то, пацаны? Research is proceeding as planned, commander. Че хорошо, не исследуем. Бедня осталось. I have to admit, there is something exciting about working under the more intense conditions found on the Avenger. Every decision, every development is of the utmost importance. There's no room for mistakes here. Так, мы зачистили штаб. Шеф, нам удалось и достичь определенных успехов и участники сопротивления из региона Восточной побережья. Ну, отчет об активности врага. Давайте. Avenger plotting new course. Че, на сопротивление должен что-то? Если мститель пускает секта, искал должность. Прежде сообщение от сопротивления. Вам удалось защитить систему прогресса в борьбе с пришельцами. Надеюсь, вас и дальше ждет подобный успех. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. Ответственных ударов. Миссия выполнена один. Миссия совет выполнена один. Слух. Commander, we have intel suggesting that aliens are working on разработки, призванные помешать нам остановить проект Аватар. Мы можем нанести удар по одной из них, используя партизанскую тактику, но нам придется выбрать одну из целей. Ага. Мы получили данные, касающиеся текущих операций пришельцев. Мы уже начали планировать меры по их предотвращению. В ближайшее время останутся доступны контроперации. Следующий ответ на удар. Так, НЛО ведет охоту на мстителей. Если они будут продолжать ловить и пытаться людей, рано или поздно они, кто-то из них приговорится. Пришельцы теперь стремятся защитить ее от постоев. Пришельцы усложняют свою систему, чтобы системичные расходы разведки. Защитите ее от постоянных глаз. Ничего. Я не знаю, что выбрать. Командир! Сопротивление подготовило тайник с ресурсами на месте доступного для Адвента. Нам придется слетать туда и посканировать тех, мы хотим заполучить их. О, 165 материалов. Давай лучше вот это. Сканируем.
Ученые либо ресурсы. Давайте ресурсы. Advanced Warfare Center now operational. Теперь при повышении в звании у солдата есть возможность учить новые случайные новые служебные ячейки, увеличение скорости лечения солдата. У нас это новая служебная ячейка. Показать отсек. О, неплохо. Требуется инженер, вакансия требуется боец учиться. Чтобы изменить его классовые способности. Использование улучшения медицинское оборудование, что позволит успеть установить солдат полученный канал. Отлично. О. Так, а что у нас исследование? Our work is proceeding as expected, Commander. Плохо. Так, давайте еще. Commander, we've got local resistance forces waiting to make contact. But we'll have to make the first move. The outcome of this research can only further our advances, Commander. The sector is rapid physical evolution of the past 20 years. It's a testament to both Aurelian's master of genetic engineering and their perceptive advancement, regardless of the risk. Предварительное вскрытие проведено доктором Ричардом Тайганом, главой исследовательского отдела. Несмотря на то, что нет не так много опыта в области хирургии, результат генетических манипуляций пришельцев над видами, ранее проходивших в каталоге под названием сектоид, в определенной степени схож с она человека. Самые ранее документально подтвержденные встречи с сектоидами на Земле описывают особи, рост которых пришел 1 метр, и экземпляры, что мы встречаем сегодня, почти в 2 раза больше. Отлично знаю, что пришельцы продолжают попытки скрещивания ДНК инопланетян и людей. Я на основании полученных результатов могу сделать вывод, что этот процесс вышел в новый уровень. Это более крупная разновидность сектоида, несет в себе еще больше генетического материала человека. Комбинирован таким образом, чтобы расширить ограниченные физические возможности оригинала. Судя по его развитым псионическим способностям и общей силе, явно преуспели. Интернет щит можно цифры, дающие полный магнитет от всех интернет систем. Память, которую надо разумеется. Так, теперь что нам нужно? Скрытие безликого 3 дня. 9 дней. Нет, давайте вот I am at a loss for words to describe the difficulties we have had слов, чтобы описать, сколько проблем нам создал свой и после гибели его бессвойная структура включает в себя податливый классичный вещий слой постепенно разлагается из пистолета, который со временем усиливается. Да, опасная зверюга. Ничего не скажешь. Вернешь его полностью. Сядь, капрал. Любого получившего повышение солдата можно обучить повторно, чтобы выиграть новую комбинацию способностей. Пас во время обучения он не сможет принимать чистый бой. Капрал. Капрал Рос Вильямс. Мемориал нам нужны. Оружейная. А я могу нанять еще. Кстати, прикольно. Бойцы. Капрал. А, нет, это хороший исполнитель. А если центр вербовать? 35 материалов. Шахиды какие-то тут, понимаешь?
Давайте вот это вот. Пацана. Не, лучше негра, он выбирает первым. Давай, пойдешь к нам в команду. У нас байки заканчиваются. I am still hard at work on the current research priority, Commander. Понятно, понятно. Так, давайте нам ресурсы добываем. Мы собрали все доступные ресурсы. Дополнительный материал. Commander, персонал, шеф, в штабе сопротивления можно найти новых ученых и инженеров, солдат. Headquarters for your use. Персонал. Setting course for Sector 10. Eastern United States. Welcome, Commander. Так, бонус сканирования. Так, о, блин. Ничего себе. Мгновенно, время до завершения. Так, а сколько у нас? 223. Можем бонус сканирования медицинское. Пока мститель находится здесь, штаб сопротивления обеспечивает нас медицинским персоналом и материалом. Потом быстрее восстанавливаться. Способности заменить собой текущий бонус сканирования. Бонус сканирования можно изменить не чаще, чем за месяц. Бонус сканирования быстрое строительство. Пока мститель сканирует этот сектор, не доводится сопротивление. Строительство не чаще сопротивление. Заменить собой текущий бонус сканирования от сопротивления. Еще одного за месяц. Шинер. Эксперт в области металлургии, учитывая, что... Инженер. Так, как вернуться на базу? Инопланетные обломки. Строительство. Очистить. Требуется инженерная очистка. Да, блин. Так все просто. Давайте полетели сюда. Avenger plotting new course. Давайте ученого заберем. I am sure you will find the results to be. Я сомневаюсь, у вас результат заинтересует не меньше меня. Новые исследования. Я часто думаю о том, откуда пришельцы могли получить идею создания подобного существа. Неужели где-то в галактике существует населенный подобными многоликими созданиями? Может быть, это всего лишь результат генетических экспериментов? Ранее донесение с противником существа. Опа, маяк имитатор. Маяк имитатор отвлекает противника с голографической проекции. Он применяет аналогично гранате, его бросают точку, где нужно отобразить голограмму. Ну, прикольно. Так, магнитное оружие, 19 дней. Вскрытие. Тоже данных. Вскрытие солдата Адвента. Знаю, что это знание о моем будет небогато вскрытие экипажа, может предложить, будто я отчаянно начать свои навыки в Адвенте, прежде чем и заняться нашими ранениями. На первый взгляд, солдат Адвента может показаться обычным человеком, однако пришельцы раскрыли самое знаменитое отличие от человеческого облика при помощи специально разработанного шлема. Так, отлично. Так, продолжаем. Сканер.